Привет, ребята. Короче, придбал я себе метаба, болгарка, я не знаю по-русски, почему она называется болгарка, что не болгары, блин, это самое делают, я не знаю, что за херня. Вот. Быстрый обзор, блин. Почему, хер его знает. Тут у нас в середине, блин, сделано в Германии. Так они пишут, но хер его знает. Кабель, может, там где-то в Китае, может, сделано, может, там закрутка где-то в Азии сделана, хер его знает. Ну, написано, что сделано в Германии. Так. Ключ. Ну, ключ мне не нравится, я себе то возьму себе специальную, ручную. Зажим, ручной зажим. Забыл сегодня ее взять. Так. Ну, защита, блин. Сейчас ее вытащим. Ну, ручка какая толстая. Должна быть, короче, эта ручка вроде бы против вибрации, в общем. Как она сделана, я не знаю. Против вибрации все. Окей. Инструкция, хуюкция. Коробку нафиг. Ну, что у нас тут, да? Двести сорок вольт, 220 ватт, 6600 минимально оборотов. У нас тут Made in Germany, что мне нравится. Marathon Motor, я не знаю, что такое Marathon Motor, наверное, без щеток, может, даже щетки, я не знаю, как-то. Короче, какая херня. Тут можно поворачивать полностью тело это на 180 градусов для удобства, на левую, на правую руку. Мне это очень нравится. Извините, ребят, одной рукой делаю. Нет, ручка против вибрации, как бы ты там. Все вроде бы качественно сделано. Видите, как она. Так можно и так можно. 180 градусов поворачивается. Зашибись. Так, тут быстро, по-моему. Типа быстрого. Там какой-то, я не знаю. Ну, вот, все не вылазит, блин. Может, я не туда. Ну, вроде бы по зубам сходится, блин. Thank you.
Пару бесплатных дисков купил. Не купил, а дали мне, потому что бесплатное. Для тех, кто не знает толщину и так далее. Резать. А эти, блин, шлифовать нафиг то, что надо и не надо. Ну вот это мне закрутка не нравится. Мне надо купить такую трещоточную, блин. Потому что вот эти, блин, ключи, эти, блин, зажимы и так далее, мне они нафиг не по душе. Ну вот, ребята, быстрый обзорчик такой. Включать не буду, громко это все. Так, стрелка сюда. Так что мне надо переставить этот, блин, предохранитель, это называется. Guard. Ну что, так смотрится конкретно. Да. Ну это шаг конкретно. Конкретно тоже смотрится. Кинес, what are you doing? What are you doing in the box? Tell me. You silly boy. What are you doing in the box? В общем, вот такие дела, ребята.